Всем привет, вы на канале Камила и Каролина. Сегодня опять видео. Да. И я сняла одно видео и продолжила делать второе. Вот, у меня есть такой сюрприз-каприз. И опять собственными руками, и опять собственными руками, да. Люблю степлер, фломастеры и бумагу. И ножницы, и еще много чего. Да. Вот у меня тут есть надвесик. Это не просто. Вот смотрите, сюрприз-каприз. Это когда мы грустеем или капризничаем. И вот, это успокаивающий сюрприз. Антистресс-сюрприз. Его можно уже вначале взять. И тут вот такие вот полосочки. Такие яркие, красивые и успокаивающие, да? Да, это как сквиш. Да. Раскрываем. Раскрываем. И тут мы видим первый сюрприз достает отсюда. Сейчас скрепится тут. Это глазки. Кто хочет посмотреть на милые-милые глазки и разноцветные глазки. Вот. Это я делала тремя маркерами, взяла их такие тю-тю-тю-тю. Такие лесенки. Так, открываем. Тут нарисованы глазки. И написано глазки. Опять тут вот такой, чтобы не порвать нашу рисуночку. Аккуратненько. Это уже схемка наших глазок. Какие глазки может быть. И вторая сторона опять. То есть такая. Но она не простая. Вот наша с деревом глазом. Но первое я покажу вам лучше глазки. Вот такие. Вот такие черный глаз. Следующий. Вот такая сердечко глазик. Дальше. Вот такая луна глазик. И вот такой глазик. Вот. И самый последний. Это... Сейчас покажу вам. Радужный. Нет, радужный. Вот так. Вот такой глазик. Да. Вот такой антистресс. Первый. Ты выдумщица. Нет, ты не выдумщица. Так, вот, еще, зачем же вот это, вот у меня вот эта вот штука. Я хотела сделать вот так. Да, ну, у меня есть сама схемка. Дальше достаю сюрприз. Да, как ты думаешь, какой я открою? Сюрприз толстенький под именем Волосики? Или сюрприз няшка, ням? Машка. Няшка, ням, Машка. Это девочка, которая зовут Машка. А тут волосики. Ну, какой хочешь, такой открывай. Ты же сама делала. Ладно, открываем. Ты волосики. Открывай. Вот, что тут у нас есть. Верно. Еще никто не думает, что я натворила тут. Да, вот так. Вот, тут я не боюсь ничего порвать. Потому что тут у меня находится бантик и резиночки. Что ты тут придумала? Специально взяла эти резиночки. Да. Сейчас я сниму, потому что они больше все цепляются на эти волосы. Это просто ниточки. Долгой. Сделала. Это ты типа голову сделала, да? Вот они, ниточки. Ты отрезала вот нитки и степлером их сделала. И получилась квадратная голова. Губка Боб, квадратные штаны. Зеленые штаны. Зеленые штаны. Это теперь это можно коски заплетать, да? Каролине учиться заплетать. Я умею. Ах ты, выдумщица моя. Сейчас заплету коску. Вот такая вот коска. Коска получилась, да. Вот следующий наш антистресс. Ну, лица у нее нет. Я хотела, но он с фломастером просто не рисуется. И последний. Так сюрприз. Не рисуется. У тебя вон целая пачка лежит фломастеров и не рисуется. Не, картонка. А, на картонке на этом не рисуется. Да. Вот. Няшка, ням, Машка. Открываем няшку, ням, Машку. Аккуратно, тут оно все с бумаги. И вы такие. Ну, что тут делает пакет? Такая, сейчас увидите, что тут делает пакет. Главное, чтобы не пробовать. Отлично. И все. И аккуратненько дальше. Чтобы не пробовать самое. И что ты тут на куролесила?
Это девочка, Машенька. Сейчас я вам покажу. Сейчас. Чи-чи. Вот. Тоже тут пакетик есть еще один. Два пакетика, аккуратно. И вот наша Машка. Красотка. Да, вот такая вот Машенька с открытым ртом. Открываем под названием «Еда». Нарисовала красотку. И вот у нас есть еда. Открываем пакетик. Тут у нас и лежит сама еда. Я могу еще добавить еду. Потому что у меня там старых стикеров осталось. Это такая курочка, гриль. Ей. Слышь, у Машки такой рот большой, что вся курица влезет. Да, следующий. Это яблочко. И где мороженка? Машка съела, пока в пакете сидела. Вот мороженка. Да. Да, как раз Машкина один зубок. Вся твоя еда. Сейчас. Еще тут у меня еда была. Вкладыши, вкладыши, мороженка. Только нужно подрезать мороженка. Отличненько. Вот, плюс еще одна еда. Сейчас мы ее покормим обязательно. Вот. Берем. И мне тут вишенку я уже не найду. Ладно. Ладно, ей хватит, наверное. Сейчас уже вечер. Есть много. Ужинать после шести вредно, уже поздновато. Вот няшка, ням-нях. Угу. Няшка. О! О! Глаз. Или рот. Стой. Опа. Опа, а вот и ножницы. Начинаем кормить, бабушка. С чего мы начнем ее кормить? Ай, так это ты придумала ей. А ну поверни задом. Это Камила придумала. Приклеила пакет, это, чтобы пища поступала, да? Ням-ням-ням-ням-ням. Кулечек. Это желудок. Боже мой, какая ты выдумщица. Мороженка. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. И съела. Покажи, где сзади оно чуть-чуть. Вот она там. Какая ты молодец. Я бы, например, даже не придумала такое. Ням-ням-ням-ням-ням. Опа. И съела. Сейчас это все съесть, а я не могу вытащить просто пакет. Детки, вот смотрите, сами делайте и кормите своих Машек и Сашек. Они будут сытые и здоровые. Я съеду, которую уже. Ну, ты молодец у меня. Да, осталось только курочка, гриль и яблочко. Ням-ням-ням. Опять достаем курочку, гриль. Ах, ты молодец. Все, вот такой. Я и рот не думала. Такая вот Машка. Молодец, Машка, нечего делать. Во! Ты ей волосы подставь, да. И не видно ее ротик. Но у нее уже есть волосы. И какая-то сережка на носу. Это держатель пакетика. Понятно. Мне больше всех нравится вот это вот. Сейчас еще раз. А мне Машка больше всего понравилась, что ты придумала, сделала. И волосики, и Машенька. Ну и волосики тоже молодец. Это все я придумала, так что не думайте, что я где-то смотрю и повторила. Нет, я это сама думала. Ну, молодец. А, еще бантик вот к волосикам ушел. Ну, всем пока, кому понравилось, ставьте лайки. Блин, Машенька. Мы с ней похожи. Вылитые. Да. Она может съесть радугу. Всем пока, подписывайтесь на наш канал. Скажи мне пока-пока. Пока-пока.